что куришь? Если ты следишь за моей деятельностью, ты знаешь, что мы не курим? Сейчас иди выбрось. Синие рубашки? Он подсел специально, пока не открыли плакат. Он снимал? Он снимал, да. Да ладно? Да, он подсел, пока не открыли плакат. Не, не вот этот, другой там был. Он не зашел. Он не зашел. Как полный. 480. Что, не сами? Маленький пункт войти. Знаете, когда пить? Мужчина, что он провоцирует. Нет, вы что, пришли, ребят, просто интересно. Евгений, привет. Привет. Респект, уважуха. Спасибо, спасибо большое. Нет, а кого поддержать пришли? Вот, кто он сказал? Кто сказал? В интернете все есть. Кто сказал? Тише, тише, подожди. Да-да-да. Интернет, не знаю. И там написано, что с плакатом надо ходить. Да нет, просто... Какой плакат еще, ребят? Ну вот с плакатом, ребят, пришли. Дискретируемся вообще. Я не знаю, что это плакат. Нет, а иди, там тут плакаты. Я просто на рыбалку собираюсь, просто плакаты. Нет, а плакат при чем? Нет, там плакат, хоть пункт страху сейчас с оплатом даже ходили, мы там рекламировали. Нет, ну что вы так знаете, я не знаю, что там он пишет. Работы, пожалуйста. А вы что, не знаете, что вам нужно побежать даже? Здесь никого не прощают. Конечно, сам я вместе. Евгений, скажи, а что это было? Вот эти полукруглые ставят, это закон или нет вообще? А то они кто кружочком, то треугольником. Губа, А вот он с плакатом-то был, да, парень? Белые башки. Не знаю, он не нет. Тот сейчас новый стоит, который провокацию делал. Куда проходит? Снимайте! Снимайте! Идем, идем, ребят! По камеру возьмите! Бери руки от меня! Я не понимаю, это просто заслуживание. Не просто как-то это после заслуживания. Это нормально.
Такого не было, ну будет. Если вообще не переживаешь, я понимаю. Господа, нет, да зачем снимать? Потом за этим припряжем. Все, все, все.